Режим повышенной готовности в Иркутской области решено продлить. Синоптики на ближайшие дни дают неблагоприятный прогноз. С 10 по 12 января сильные снегопады и ветер. Ночью столбики термометров на севере региона будут опускаться до минус 34-40 градусов. В областном центре до минус 26. На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили готовность служб к непогоде. Региональному министерству жилищной политики и энергетики поручили продолжить усиленный контроль за обстановкой и системами жизнеобеспечения населения. Электроснабжающим организациям рекомендовали увеличить количество персонала для работы в колл-центрах.